Отделение Каталонии приветствуют шотландские националисты. На съезде руководящей партии региона приняли резолюцию о поддержке права Каталонии на самоопределение. Вдохновит ли испанский премьер Шотландию на повторный референдум о независимости в материале нашего британского корреспондента Светланы Чернецкой? Конечно же, Шотландия пристально следит за событиями в Каталонии. Этому британскому региону хорошо знакомо стремление к независимости. В эти дни в Глазго проходит большая конференция Шотландской национальной партии. Она руководит регионом последние 10 лет. Ее главным приоритетом всегда оставалось отделение от Великобритании. На съезде партии приняли резолюцию с требованием к ЕС уважать результаты каталонского референдума. 3 года назад в Шотландии провели свой референдум о независимости. И его результаты стали большим разочарованием для националистов. 55% жителей высказались за то, чтобы остаться в составе Великобритании. Но, несмотря на это, Эдинбург не оставляет надежд на независимость и обещает второй референдум. Правда, только после того, как станет понятно, что же происходит с Брекзитом. Из-за Брекзита Великобритания оказалась на самом нестабильном пути за всю современную историю. Шотландии лучше, когда она сама принимает решения. Так что нам предстоит выбор – либо следовать за переменами, либо самим менять свое будущее. Давайте не будем ждать, чтобы кто-то другой решал за нас. Давайте посадим Шотландию за руль. Сравнивать шотландские и каталонские референдумы очень сложно. Главное отличие – Эдинбург получил благословение Лондона на волеизъявление, и британское правительство активно участвовало в агитации за сохранение целостности страны, что, несомненно, повлияло на результаты. В то время как Барселона это сделала вразрез с Конституцией Испании и несмотря на судебный запрет. Но без сомнения, каталонский пример заразителен. И не только для Шотландии, а и для многих других регионов в мире. Ближайшие примеры – это страна басков в той же Испании и Фламандия в Бельгии. Светлана Чернецкая, Валентин Белич. Подробности. Британское бюро телеканала «Интер».